Добрый день, уважаемые друзья! Всем привет! Здравствуйте! Сегодня мы будем производить выбор краски для модели немецкого истребителя Messerschmitt BF-109. Это тропический вариант. Нам сам производитель предлагает выбор краски. Вот здесь вот я решила им воспользоваться. Где в основном мы можем найти саму краску? Сама краска есть, ее буквенное обозначение указано в табличке в самой, также на схеме самой модели. Здесь буквенное обозначение, какое место, какой краской прокрасить. Ну, основные краски это такие, это будет коричневый цвет. Это для верхней части модели. Также есть еще вот такой ярко-желтый. Это для передней части. Это вот здесь вот. Есть еще такая вот голубая серая краска для окрашивания нижней части модели. Это нижняя часть. И сами нижняя часть крыльев. Есть зеленая краска. И окрашивается небольшое место. Это в основном часть винта. Также есть белая краска. Там вот на задней части есть полоса. И здесь вот есть на винте спереди тоже небольшое место для прокрашивания. Есть также, вот еще буду использовать такую вот краску, она такая серая, цвет у нее цинк, для того, чтобы она так прокрасить небольшие детали внутренней части и какие-то декоративные части. Ну, я вот для себя написала такой, как небольшой рисуночек, такая схема. Он такой немножко смешной будет, для того, чтобы понять, как будет сочетание цветов. Ну, в принципе, меня устроило. Не прошу прощения за такой вот рисуночек простецкий. Но мне проще было визуально понять, как будут ложиться цвета. Ну, в принципе, вот мы с вами выбрали основные краски. Если что-то где-то понадобится еще, то это будет добавлено. Подписывайтесь на канал, пишите свои замечания, пожелания. Буду рада. Всем привет, до свидания.